На торжественном богослужении в Успенском храме возносились молитвы и песнопения Богу. Повсюду ощущалась атмосфера благости и добра. По традиции, в день похвалы Пресвятой Богородицы священнослужители надевают голубые облачения. Этот цвет символизирует Царицу Небесную. В преддверии праздника Пасхи архиепископ Подольский Люберецкий Акси вручил богослужебные иерархические награды для священников Видновского благочиния. Право ношения наперстного креста иерей Георгий Балановский, настоятель храма Ксении Блаженной, деревни Слобода Ленинского городского округа. Аксиос! Также в этот день состоялся дебют у юных журналистов из молодежного медиа-центра. Они взяли интервью у архиепископа Аксия для своего первого репортажа. Очень сильно волнуемся, потому что никогда этим не занимались. Очень интересно было попробовать узнать, как праздник происходит, людей поспрашивать. И первый раз в своей жизни написать статью в газету. Ребята занимаются в рамках проекта «Открытые двери», который призван познакомить современную молодежь с церковью и дать хорошие жизненные ориентиры. Без Бога и смысла жизни-то нет. Вот задача священнослужителей, всех нас, открыть перед нашей молодежью новые смыслы жизни. Может быть, где-то их обнаружить, что-то новое им передать, от опыта, от знаний, ну и, конечно же, у них чему-то поучиться. Поэтому это процесс такой взаимообразный. Двери церкви открыты для всех. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ.